Дети разных возрастов с нетерпением ждали этого праздника, и каждый из них смог найти себе развлечение по душе. Активные игры, перетягивание каната, прыжки в длину, аквагрим и, конечно же, песни и танцы. Все это сопровождалось отличным настроением и хорошей погодой. В принципе, очень интересно, развлечений для детей много, почаще, чтобы дети как-то развлекались, мне интереснее было. Мне очень понравился этот праздник, и побольше бы таких. Ежегодно администрация нашего города организует проведение салаватских двориков, благодаря которым люди, живущие в одном дворе, сближаются и весело проводят время вместе. Также в организации принимали участие культурно-досуговый центр «Агидель», художественная школа и краеведческий музей. Все они подготовили веселые и активные конкурсы для детишек этого двора. Этот праздник великолепно устроили, мне понравился. Чаще бы такие праздники устраивались. Дети вообще радостные, и им такие праздники, конечно, каждый день нужны. Ну, хотя бы раз в год такие праздники, будет очень хорошо. Спасибо. С самого начала и до конца этого жаркого лета салаватские дворики будут радовать жителей города каждый четверг, принося только положительные эмоции и хорошее настроение детям и взрослым. Следующий праздник пройдет 12 августа по адресу Калинина, 83А. Алина Климовец, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».